На игровой и тренировочной площадке баскетбольного клуба «Нефтяник» в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Надианова» по поручению губернатора Омской области Александра Буркова установлено дополнительное освещение. Спасибо губернатору, Министерству спорта, что оказали такую возможность в течение сезона. Исполнили нашу просьбу, да, вот, и сделали нам хорошее освещение. Так как освещение намного лучше, то, наверное, и восприятие игры становится лучше. Вот. Также и на играх мы увидим, наверное, совсем более другую картинку на экранах, потому что более яркий свет. Теперь игровой зал полностью соответствует всем требованиям Российской Федерации баскетбола. Для проведения Кубка и чемпионатов России по баскетболу требования такие, чтобы освещенность площадки была не менее 1000 люкс. Вот. Но поскольку, значит, баскетбол еще это не просто вид спорта, а вертикально ориентированный вид спорта, поэтому к размещению светильников применяется ряд требований. Так не рекомендуется размещать мощные лампы непосредственно над площадкой, над игровой. Ну и запрещено размещение светильников над кольцом и в 4-метровой зоне над кольцом. Поэтому были выбраны именно вариант размещения верхнебокового освещения с асимметричными светильниками. Световая нагрузка на глаза баскетболистов снижена максимально. То есть баскетболисты не видят непосредственно прожектора самого, видят только свет от него. Но на сегодняшний день, я считаю, это самый современный свет, который обеспечивает все необходимые требования для проведения соревнований самого высокого уровня. Спортсменки на первой тренировке с обновленным освещением отметили, что хороший свет – это важный фактор для концентрации и комфорта в баскетболе. Освещение, конечно, важно, потому что это концентрация зрения на мяче, постоянно какие-то резкие движения. И настроенность, конечно, от света много зависит. То есть либо ты будешь пребывать в состоянии сонности от того, что тусклый свет, либо когда он намного ярче, ты немного, конечно, чувствуешь бодрее.